Всем привет! В этот раз мы отправились на реку Большая Усурка, она же Иман. Сегодня 8 октября, мы приехали где-то час назад, поставили немного бивак. Сегодня пятница, народ подъезжает, смотрим, вот прям машины мимо идут. Мы успели еще нормально встать, такая полянка недалеко тут от моста. Сейчас перекусим и пойдем, покидаем, попробуем. Сегодня, наверное, поблесним, а завтра уже будем смотреть, что да как. Поэтому приятного просмотра, поехали! Что, первые забросы на блесну. Время 5:30, через час темнеет, уже закат. Вот, решили пойти покидать на вечер. Двоечка мэпсовская. Фигачим. Сетка чья-то. На дереве болтается. С мусором каким-то. Андрюха что-то взял. Хорош! Слышишь? Ну хорош, иди на берег, ты так не возьмешь ее. Слышишь? Попробуешь сразу? Ну нормальный. Леночек? Хороший такой, слышишь? Зачетный. На божью коровку, да? Да? Нет, на этот. На божью? Да, желтый с красной точкой. Мэпс. Ага. Блин, хороший. Нормальный. А что, ты даже не ожидал, да, что-то так? Вяло? Просто дернул. Да? И сразу взял. Закид и все. Прям не ожидал вообще. Но это первое? Ну это вообще зачет. За сегодняшний приезд. Зачет. Все, видишь? А ты говоришь, здесь рыбы нет. Рыба есть. А просто знать, куда кидать. Не такой. Как мы на кеме, да, бахали. Такой приятненький. Приятный размер. Конечно, не килограмм, но... О, что-то под коряжечкой взял. На двоечку мэпсовскую. Сейчас будем вытаскивать. Если не сошли... Не? Как? Да? Леночек. Давай к тебе в кан. Забросим. Прям под коряжкой бахнул. Тоже слабенький, да. Ну, а он сразу взял, я только бросил под этот, под коряжку, он сразу взял. Ну, такой хороший сковородочный. Ну? Они, конечно, дети, но сковородка. Второй, ништяк, 1-1. Я прям вот, прям под берег бросил под тот. Ну, они там и стоят. А он сошел? Сошел, крутил. Ну, ничего, бывает. Покрупнее был. Ну, хорош, вот уже пошел адреналин. Пошел адреналин. Здравствуйте. Да я вижу, что здесь палатку там поставили. Да чтоб не замерзнуть. Так сидишь, хоть ветер не обдувает. Как у вас там, смотрю, свет горит. Как, у нас там сейчас будет тут пол Имана освещать. Можно ночью гляю. Так вы от аккумулятора? Видим. Ну, а на что ставите? На червя. Ну, на оленка чисто. Да, а на что? Звук? Да, я тоже думал поставить, не знаю, может поставлю. Не, у вас там яма же. Яма, да, у нас там. Хапновод вдоль получается идет. Да, сюда. Там яма, блин, там. А мыша не пробовали туда? Ну-ка, фу! Фу! Вчера пытались. Ну. Все, блин. Не было возможности. Ну, естественно. Понятно.
Это как всегда мешает. Я сегодня хочу попробовать. Ну там у вас можно мешать. Ну там чуть выше. Чуть-чуть выше от нас. Как раз там хорошее место, да. А здесь бесполезно. Нет, да здесь тоже как бы место, в принципе, такое. Это вот я здесь не был уже лет 5, наверное. Мост, наверное, года 4, да, стоит? За Юбском тоже не знаю. Потому что я смотрю, после вот этого Таганрога здесь очень сильно поменялось. Да все поменялось. Ну, очень сильно как бы. Потому что здесь было место такое, да, я не знаю, туда попробуем после завтра прогуляться, там поворот должен быть, и речка делится, не знаю, сейчас делится, не делится, или одно сплошняком дают. Да, сюда сплошняком, вот туда она была. Да? Чуть-чуть. Она была раньше туда? Ну да, да, да. А сейчас сплошняком. Прямо. Все, я понял. То есть она себе туда прорубила, где прорубила. Старая русло было. Да. А туда есть такое русло, но она там, как бы тебе сказать? Ну понятно, ручеек, старица получилась. Старица получилась. Она и тихо-тихо, я ходил сегодня там. Понятно. Там просто место было хорошее, там перевал такой, спады были. Ну вот сейчас на Зюбке там получилось. Там не хуй. Ну понятно. Ладно, пойдем мы тогда чуть-чуть сейчас покидаем. Смотри аккуратно. Обратно. Пойдем. Стоят еще ребята тоже. Тоже все? Да, мы тоже прокидаем как-нибудь обратно. Не стемнять будет. Да он там выпрашивает еду. Бомж сервис. Все, аккуратно, аккуратно, Андрюха, вон. Леска, леска, леска. Рыб попрошайничать, иди. А, ну вот они на лодке. Но мы до них не пойдем. Вот наш бивачок, палаточка, стол, костерок, и тут же у нас бережок речки. Андрюха пошел помышковать, взял мышку, пошел покидать. Вот, ну сегодня за вечер поймали два линка, вот, и как бы все. На этом. Собрались мы пойти покидать. С утра ходили на мост. Тинкару покидали. На Хариуза. Чё-то ничего. Выходов несколько было. И тишина. Сегодня с утра. Куча рядом. Ходят вот. 8 утра уже тут. Дядьки мимо бивака проходили, Джейсон там кошмарил их. А вот назад они тут уже обходными путями ходили. И на мосту там народ, машины везде, возле моста, короче, претинг на речку серьезный. Вот. Ну, погода пока не меняется, давление на месте, растет под вечер. Вроде как должно быть ухудшение погоды. Может быть, начнет падать давление. И рыба, может быть, начнет лучше клевать. Не знаю, посмотрим, проверим эту теорию. Но мы, короче, пока мониторим. Здравствуйте. Ну, а хоть миллион дальше, но прикольно. Сейчас на блюдку не подлетит, а потом попробую снизить перевязывать. А на другую блюдку не хочет, да? Реально, ну, силикон на проброс бросал, вот, одного желтого, ну, другая крупнее поставил, там, вот там, одного взял, так, ну, мелочевка. Меняю челим, вот, реально, обрез, реально, то 5-е, 10-е, вот, 3-4 поклевки хороших, хоп, и все, отшептало. На линка не пробовал там? Желтая лимонка только. Тоже желтая лимонка. На первом мосту я по полторы недели назад мы с Калапуша были с Серегой. Он 7 штук надыбал, я 3 нахуй. Я клички мелкие, разгибается, там с арабиками. Серый полторашку самого большого, а так средний за килограмм. На одном месте, сука. А, вот так за яйца зашел. Сука. Хопает. Ну, раз обедать пойду туда. Нам хоть подручить, а потом тоже надо что-то подбирать.
Так и не прыгает. Здесь свал, видишь? Здесь свал. Да, свал воды. Вот на свале как раз встают раз. А яма бы по-другому была. Ну, рис сидели вот здесь, они заходили, вымутили лапу, хантужу пятну. Юба, а там и стоят, вы ее оттужили. Там ну, челима тоже пробовали, всякого там. Ну, хоп, стоит все не видят. Да. Он играет, да, полпаса. Раз был рядом еще один сам. Кстати, сегодня минус 5, ну пойдем. Ну, минус 5 сегодня. Машина. У меня в машине 3 попадало. Некомфортно. Конечно. Утратка. Какой-то мелкий возьмет, берет, даже мелкого берет. Понятно. Еще одного. Еще одного мелкого взял. Третьего взял. Тоже мелочь. Все берет. Че, Андрюха, ты там наловил рыбы? Я пришел, вернулся. Ну, рыбалка сегодня вообще трудовая, просто трудовая. Поклевки есть. Хариус клюет чисто на кислотки, на всякие непонятные. Ну, вот такой вот хоризок. Вот такие вот хорюски. А небольшие, да, такие по 20 сантиметров. Чуть меньше. Да, на мушку, на кислоту. На всякую разную. Короче, одну муху меняешь, хариуса ловишь. Муху меняешь, хариуса ловишь. Она еще дергается. Еще живой, еще дышит. Вот такие вот, короче. Вот тут чуть-чуть совсем. И сейчас пойдем попробуем. Половим. Короче, трудиться надо. Мухи менять. Мутить и менять. Да ловилась вот морковка. Розовый. Такой розовый. Но все кислотки. На фиолетка чуть-чуть пробовала, брала. На вот эту, вот на вот эту поймал. На эту поймал. На эту поймал. На эту поймал. Сейчас еще коробочку одну достану. С этой коробочки. Она тоже. Вот эта вот чуть-чуть пыталась поработать. Ну все, кислота, короче. Вот эта чуть-чуть попыталась такая. Поклевки были, но ничего не взял. Ну, короче, сегодня надо всю кислоту перепробовать. Ну, вот на такую пробовала тоже. Тоже чуть-чуть было. Ну, скидал еще чертей. Ну, черти что-то сегодня не работают, нифига. Черти такого плана. Ну, пока тишина. Линковый. Сейчас будем дальше пробовать. Что ты мутишь? Хариус в соевом соусе с ватсапкой. С ватсаби. Сырой, да? Сырой, да. Полностью сырой. Сейчас 5 минут постоит. И мы будем его употреблять в пищу. Да он уже готов, в принципе. О, ребята, на лодке тут прорываются. Короче, тут капец. Прессинг конкретный. Лодки, рыбаков, гора. Да что вы там? Что поймали? Да ничего не поймали. Ничего не поймали. Кого там подняться можно, нет? Знаешь? Не знаю. Далеко отсюда вот. Да вот, мы здесь заходим. Да вот наш бивак вон. Хочешь поехать? Да не, собака тут нервничать начнет. И смотри, вон, видишь? Я тут чуть поглубже захожу, у него паника. Ну, пацаны пошли. В надежде. Что,
что-то поймать. Что-то у всех плохо. Поймали еще 3 хорюска, второй день. Мы решили все-таки замутить уху. У нас есть пару линкосов вчерашнего дня. Ну что, уха у нас готова. Накладываем. Еще идем ставить поставки. Нанизили червя. Погнали. Идем на ночь ставить. Пойдем. Пасмурно сегодня. Третий день. Утром встали, идет дождик. Не сильный, но... Короче, дождик. Вот. Погода испортилась. Ну, мы надеемся, хоть рыба будет клевать. Да, Андрюха? Да, попробуем сейчас. На поплавочек побахаем. Ночью поставки ставили, ну вечером, которые проверили, ничего нету. Ну вот, короче, такая, поставили чайничек, Джейсон в шоке бегает. На улице сегодня было тепло, минуса не было. Вот, чайничек закипел. Сейчас кофейку и пойдем что-нибудь половим. Время 8 утра. Дали поплавочки, мы свали. Андрюха вон там, в кустах. Засел, я чуть-чуть повыше поднялся. Дождь идет. Короче, пробуем. Ну, вот только выключил камеру и взял хорюска. Маленький, но ты где корюшка? Самурайчик. Микро. Отпустим его. Давай. Ну, взял такого побольше хорюска уже. Ладошку. Тихо. Хорюска с ладошку. Немножко поднялся, здесь старится. На свале поднялся немножко и поймал. Раз.
Фу, Джейсон, нельзя. Ну, мелкий, блядь, ну. Как говорится, на безрыбье. На. Есть. Резок. Вот, сука, сошел. Ой, твою мать. За губу взял еле-еле. Дождь вообще влупил, да, Андрюха? Просто ливень. Что, Джесси на бивак вернулся, да, наверное? Вообще, просто ливняк. Там вода, там вода. А? А, не, вон он. Под деревце спрятался. Вон он, под деревце спрятался. Прям под биваком уже он второго самурая поймал. Резок мелкий. Прям вот он. Вот бивак. Джейсон сидит. Куда-то ходим, бродим. Мелочь она везде это. Я всех понял. Ну вот это такое. Более-менее, да? Ну, хороший парень. Синячок прям. А это телефон. Слезящийся. Короче, дождь льет, как из ведра. Мы тут поставили, у нас уже болото. Здесь скоро будем в вайдерсах по пояс ходить в нашем жилище. Поставили печку от бани здесь, чтобы хоть как-то греться. Сушиться. Сушиться, но вывели в сторону трубу. Джейсон бедолага весь промок. Греется, он трясется. Андрей бедолага тоже весь. Ты уже третью толстовку меняю за сегодня. Просто. Мне похер, потому что я в дождевичке. Что-то ничего не горит, потухло. Дымит пока. Эй. Че бедолага? Че трясешься? Лапу поднимаем. Замерзся. Замерзся, согреет. Он промок, пока с нами бегал. Да, он еще по речке походил. Да, еще по речке. Да. А в речке вода ледяная. Октябрь как-никак. На нее ловить надо. Есть контакт.
хорош. Что, сегодня подловили последние остатки, да? Что у нас? Ну, такой, ничего. Прикольный. Ну и мелочь. Брали все. Сегодня брали все. Ну вот это за сегодня. Рюска наловили. Ну, мелкого много. Ну, какой есть. Что-то прям... Линков мы больше не ловили, вот пару линков бахнули, поставки сняли с утра, ничего не было, вот, ну, вот сегодня уже весь день хариус, и все, встретили здесь типов с лодкой, они там таких по 2 килограмма линков вытащили, говорят, что мышковали ночью. Все, закончилась наша рыбалка на Имане. Итог, два линка таких среднемелких и хариус, в основном мелкий. Пару дней погоды было нормальной, день был дождя, вот, но даже в дожде и то ловилось. Сегодня как бы вроде солнышко вылезло, сильный ветер, похолодало, вот, и рыба вообще не ловилась. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами были Пойди и Проверь, до скорых встреч, пока.